Сегодня задача очень простая и приятная. Мы вместе с вами отметим 20 лет альбома «Дети гор». В 92-м году мы его записали, в 93-м выпустили. Альбом для нас действительно очень важный, такой этапный, веховый. С него очень многое изменилось и пошло по-другому. Мы сыграем весь альбом от начала до конца. Все 10 песен в том же порядке, в той же самой аранжировке, чтобы вместе с вами, как на машине времени, прям перенестись на 20 лет назад. Потом вернемся и поиграем еще песен, которых нам сегодня захочется. У нас все равно сегодня вот это дурацкое настроение есть, поэтому я думаю, что может и пошалим. Ну а пока «Дети гор». Yeah.
решит нас хоронить. А у нас еще здесь дела. У нас дома детей мало. Да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мало. Да и просто хотелось пожить. А не спешит нам в спину стрелять. А это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать. А лучше дай нам песню допеть. А лучше дай нам дотанцевать. А лучше дай нам песню допеть. А не спеши закрыть нам глаза. А мы так любим все темноту. А по щекам плещет глаза. Возбуждаясь на ноготу. А по щекам хлещет глаза. Возбуждаясь на ноготу. А не спеши ты нас любить. А не считай победы по дням. Если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? А если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит случилась экскурсия по окраинам Липецка. Мы живем на одной окраине, играем, видимо, на другой, потому что мы ехали, наверное, не знаю, мне кажется, целый час ехали, и все по каким-то... Мозги ебёте, давай, поэтому
Чему учит жизненный опыт, что если ты родился на окраине провинциального города, то до конца жизни, как бы ни складывалась твоя жизнь, где-то внутри ты останешься все равно в этой стае. Спасибо.
не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, а вот уже сто лет не слышно здесь ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет, как полуденной пробкой рассыпался весь в картонной коробке. Она дарила нам свои фильки, но их уже никто не найдет. Что ли без поем? Только эхо в горах, как прежде поет. Голосами друзей мальчишек, голосами все тише. Время не ждет, время не ждет, и мы как будто бы рады травим друг друга изысканным ядом. Вслух говорим то, что надо, а себя правда каждый повод найдет. Время не ждет, уставшие взгляды сегодня в Липецке чай, а другим и не надо. Это просто погоня за теми, кто рядом. Но зачем? Никто не поймет. Ну что, те, кому надо, поем? Только это в горах, как прежде поем. Голосами друзей мальчишек, голоса и все тише. Время не ждет, время не ждет и не отпускает. И снова зеркало врет, по утрам ныряя. Ты просто сегодня немного не в форме, но к обеду пройдет. И только эхо в горах, как прежде поет. Голосами друзей мальчишек, голосами все тише. Время не ждет. Голосами друзей мальчишек, голосами все тише, но время не ждет. Уехал.
Сосед у них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка: не жди, останусь у Гарри. Телеку рядятся, как дальше жить. Это точно на столе. Ой-я, ой-я, ой-я. Пока он живой.
люби его таким, какой он есть. Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Наверное, любовь. Ты ждешь момента, чтоб отдать ему все. Холодный мрамор, твои цветы, все опускается вниз и в горле кого. Эти морщины напортят твое лицо. Спасибо, родные!